принимаете? Вот это о капсулах. Ну, капсулах принимаете. А вы что, четвертой степени? Диагноз какой, сестра, у вас? Артроз третьей степени. Ну, а как ходили тогда? Вот это аппарат, как называется вот это? Ну, ходунка, короче, ходунка. Ходунок. Без этого я ни шагу не могла. Ну, за 15 дней уже улучшение есть, да? Без ходунок я хожу. А ну-ка скажите спасибо. Спасибо. Как нормально будет, даже я к вам собираюсь. Машалла, сестра, вы очень меня порадовали. Что пили, аргон или дождевичер, или вместе? Я торпеда принимала. Ага. И черви. Вы сказали, аргон пока нельзя. Но я купила. Хорошо. Он меня ждет. А, хорошо. Я у вас что, лимфа или миома, или киста, какие-то такие вещи есть, да, у вас? Миома был, последний показ отменили. Миома уже нет у меня. Хорошо, теперь можно. Если миома нет, аргон можно. Если с аргоном вместе будете употреблять, бегать будете, сестра. Вот это еще купить мне? Я только одну банку купила. Нет, курс лечения 3 месяца минимум, сестра. Вы сама медик, да? Да, да, медик я. Поверили нашу продукцию? Если я не верила, не купила. Машалла. Вы сами мне внушаете доверие, как вы разговариваете, хорошо, как вы общаетесь. Хорошо, хорошо. Полностью я вам доверяю 100%. С помощью Аллаха, я очень был рад с вами познакомиться. Очень был рад, сестра. Дай вам Бог здоровья, сестра. Вы из Астаны? Из Казахстана, но живу в Астане. Хорошо, сестра. Ну, вы берите, что я рекомендую, а то и фейки тоже очень много есть, оказывается. В Алмате еще через наш перешагивает сами самостоятельно фейки, подделы продает. Ёлки-палки, почему так, а? Не надо же так. Я же отвечаю на это потом. В Астане женщина продает. В Астане женщина, а Асем, это подделка. Асем. Ага. Она перешагнула, она захотела самостоятельно. Это же мы отвечаем, сестра. Могу, я вам сейчас номер телефона отправлю, вы проверьте, это ваш человек хорошо. Или нет. Хорошо, сестра. Ага. Хорошо. Я постоянно, я вам напишу, вы отвечайте мне, пожалуйста, ладно? Ладно, сестра, будьте здоровы. Ага, рахмет, чаным. Хорошо. Рахмет. Бахт-логс.